самая дешевая тачка обошлась дешевле, чем в 100 тысяч евро. Ретардера нет, подъемной оси нет, ну, естественно, их всего две. Вот он, самая дешевая, даже колеса самые дешевые. Ну, отлично, все заводское, все по минимуму, никакого переднего освещения, освещения на крыше, ничего. Все исключительно так, самое дешевое. Вот, в планах потом еще взять самое дорогое. Посмотрим, что можно взять самое дорогое. У меня, в принципе, пока денег нет. Нужно как бы сориентироваться по бюджету. Так, DAF. Так, онлайново. Посмотрим. Так, ну, здесь самое дешевое, в принципе, в стоковой конфигурации. Это DAF XF105. 120 тысяч евро. Самое дорогое 230 швей. На порядок дороже. 236 тысяч евро. И это только в стоковой конфигурации. Теперь посмотрим конфигурацию не стоп. Ну тут самая дешевая крыша, естественно. Самая дорогая, простите. Кузов самый дорогой. А теперь самое дорогое шасси. Просто самое дорогое. Ни на что не оптимизируем. Я вот это вот все уже сделал, прошел, пробовал. Вот, теперь самое дорогое шасси. Причем при смене шасси сменился цвет. Забавно. Вот, шасси, конечно, 6.4. Хорошо. Двигатель. Ну, он и так самый дорогой стоял. Но это понятно, блатная тачка. Трансмиссия. Возьмем вообще самую дорогую, 19 тысяч. Так, у нас уже цена этого монстра за 250 штук. Салон. Салона здесь есть обычная дюка. О, поменяли, кстати, оформлялку. Здесь есть навигатор по дефолту. Вот он, дефолтный навигатор. Так, стандартная дюка. Вот мне как-то она такая более на газель похожа. Ладно, так, мы, да, дерем самое дорогое. Хотя вот стандартная неплохая. DAF они с деревом, но минус стандартный, здесь нет навигатора. Какие-то ненужные полочки, а без навигатора неудобно. Прямо так. Продолжаем. Цвет. Ну, естественно, это должен быть черный какой-нибудь. Ну, интересно. Сколько лошадей у меня у движка? 510? Ну, я и на 710 ездил. Зелень. Слушайте, а черного нет? Нет, ну хочется однотонный черный. Слушайте, вот это классно. Ну, что-то не совсем понятно, но как бы вот этот цвет, он тоже не совсем черный. Вот. Забавно. Вот, баклажан. Он вроде черный, да, но не совсем. Вот, красота. Что-то бы не очень заметно баклажан, нет, заметно. Так, ну, вот тут можно взять все самое дорогое.
самое, что есть дорогое, прям все, вот что можно, прям вообще прям вот по максимуму берем. Так, здесь можно взять, но тут особых нету, да, вот берем три вот эти вот фары. Так, мигалку и рычатель. Так, Thunderbolt, Town, вот этот вот поставляем. Так, и мигалочка. Так, хорошо, это будет у нас тут подороже что-нибудь есть. Особо разницы нету в этом еще, да? То есть длинное крепление, оно, конечно, немного удобнее смотреть. Но обзор меньше. Ну ладно, пусть так забавнее так выглядит. Так, здесь заводской, здесь дороже всего хромированные вот эти зеркала. Они дороже намного. Так, самый дорогой колпак. Блин, у меня это был. Этот на скане ездил Sting, да, вот Sting. Круто. Так, номер 11. Так, тут у нас чё? Ну, это понятно. Тут вообще ничего, кенгуретник, так это что? Воу, полегче. Так, значит, самые дорогие ручки. Тоже хром. Самые дорогие колеса. Самые дорогие передние диски. 5700. Это не ЗИЛ? Это ЗИЛ. Нет, ЗИЛ не надо. Они, у них вон гайки подвешены в воздухе. Некрасиво смотрится совершенно. И главное, не очень понятно. Так, поэтому не ЗИЛ, вот American Dream подороже. Тут можно даже гайки подороже взять. Ступицу. Вот. И колпак одеть. Так. Коронет. Нет, сейчас, да, 750. Ну, вот это самый дорогой колпак. Вообще, блатняк просто получается. Тут можно... Забавно. Так, ну ладно, значит, самые дорогие колеса берем. Самые дорогие диски. Так, тоже самые-самые дорогие гайки. Самую дорогую ступицу, у которой цвет тоже можно регулировать. Ну, я думаю, в оранжевый я уведу. Вот такой. Да. Так, и диск тоже можно взять. Так, ну и здесь тоже самые дорогие колеса. Короче, 300 тысяч нужно примерно на то, чтобы... Да, вот здесь можно... А, нет, нельзя. А, вот эти вот штуки можно закрыть юбками полноразмерными. Других нет. Ну и здесь тоже самое дорогое, все берем. Так, что такое? Да. А-а-а, нет, ну колпак можно нацепить. Так, вот, ну короче, в районе 300 тысяч. Получается, вот эта штука дорого. Ну, 300 тысяч, да? Я пишу 200. Сейчас, кенгурятника не хватает. Здесь такой вот рейнджер, гигантский кенгурятник, можно нацепить. Вот, на него одеть дополнительные фары. Вот, значит, два комплекта. Так, здесь защита по бамперу. Здесь нельзя в защите бампера ничего втыкать. Ой, так,
есть, ну, наоборот, ну ладно. Так, здесь, соответственно, маркеры. Все, ну, получается, так сказать, недешево. Очень недешево. Выхлоп можно, ну, выхлоп с заводской. Так, что касается внутреннего устройства руля, не опять же, руль, ну, руль здесь стандартный, но можно подороже, вот такой, но это мне не нравится, как-то так себе выглядит, поэтому оставлю штатник. Вот тут все, я думаю, достаточно. Вот, ну, стоит это 316 тысяч евро. Хорошо. Понятен порядок. Ну, отлично. Тем временем видеха разогналась до 82 градусов. Я покидаю салон. Продолжай. Нам сейчас нужно на вот этом дешманском автомобиле какой-нибудь заказ выполнить. Или один игровой день отработать. Да, смотрите, у меня 10 часов, 11 точнее, остается. Вот, ну, соответственно, погнали. Что-нибудь возьмем. Так, прямые перевозки. Из Роттердама. По уменьшению веса Берлин. О, в Берлине я, кстати, не был. Ехать придет через Магдебург. Погнали. Уголь. 14 тонн. В путь. Ретардера нет. Вот рукоятка ретардера есть, но самого ретардера нет. Движок дешевый.
Ну проезжай, давай, проезжай.
Так, посмотрим, как нам там. Ну, нормально. Без ретардера как-то некомфортно. Зараза. Сусанин. Я вон за ним шел. Почему ему можно на красное, а мне нет?
Ну что зеваешь? Ну что ты зеваешь? Да здесь ехать 2 часа. А до отдыха 1,5. Ну нормально по графику. Ну 30 минут превысим, ну подумаешь. Ну просто тут на полпути, вот тут вот можно только отдохнуть. Ну ладно. Подрыхнем рядом с Берлином. А то за красную штрафанули, пусть хоть не будут штрафовать за нарушение режима труда и отдыха. Какие молодцы! У них там ДТПшечка была. Чудом их объехал. А то бы я там добавился. Третьим будешь. Повезло. Чё-то я не понял, а чё, уже всё? А почему 1,5 часа? Вроде как-то вот... Ну, не знаю, здесь отдыхать как-то совсем не круто. Ну, в принципе, конечно, можно и заранее, но... Блин, 1,5 часа... Ну ладно. Паркинг. Грузовой паркинг. Ага, вижу, вон там как раз одно место есть. Туда и воткнусь. Прямиком. Тут магазинчик какой-то. Ну что, отдых. Ну что получается? За сутки примерно 40 тысяч евро. Двое суток это 80. Четверо это 160, а мне нужно 300. Это получается 8 суток. Это будет 320, вот, 8 суток, 320, но мне нужно не 8 суток, а 7 дней, короче говоря, нужно вот на этом доработать, чтобы купить
тот DAF, который стоит 300 тысяч с лишним, а то и 8. Короче, больше недели. Ну, это, конечно, дешманская тачка. Пойду-ка я выйду, погуляю. А. Ничего не слышно. Вон там тоже в экону, поблотней. Время 11 утра. Мне ехать через 6 часов, ехать час-полтора, да? Ну вот оно, осеннее утречко такое. Уголь какой-то серый. А, кто-то едет. Ну, и мне пора. Погнали потихоньку. Что-то у них какая-то пробка на выезде. Не могут решиться. Смелей, чувак.
Бензобак тут, конечно, мощный. Дизель без топлива. Почему? Потому что их, точнее, два. Шасси упрощенное, поэтому много топлива влезает. Поехали парковаться. Отлично. Ну, 60 тысяч. Значит, все-таки 5 дней еще поезжу, и по статистике через 5 дней, в принципе, получается, заработаю на тот самый этап. Вообще, если посмотреть, то здесь еще и ВК можно взять. Да, еще один. Вот в этот немецкий салон ВЭК зайдем, и тут самая дешевая, вот она, вот которую я и взял. Самая дорогая 200 тысяч, вот эта точечка. Так, Стралис, мощная, конечно, хорошая. У меня был ВЭК, он был такой же мощный, как Freightliner практически. Но потом его Volvo забил по мощности. Просто самое дорогое, берем 16, ключи очень хорошо, с рейтар берем. Так, салон, вот здесь эксклюзивный салон, да, стандартный дешманский. Здесь вот эксклюзивный, с навигатором, вот, хорошо. Да. Так, ну если брать черного, Black Star, это должен быть именно черный, потому что недаром он самый дорогой. Так, поглядим, что у нас тут зеркала. Дороже всего это вот это. Хром обновленный. Вот это старый хром, новый хром. Что по мне, краска лучше. Ну вот, берем самое дорогое, значит, берем самое дорогое. Так. Хреновый тучи фар. Так, автопоезд. А, нельзя. Да, ладно. Ну, ладно, тогда здесь рор был. Скример был, вот этот он. Не, и здесь он должен быть все-таки. Блин. Снял весь лайтбар. А, кстати, сохранились настройки. Круто. Так, это мигалки, это фиксы, все не то. Вот тут можно этот тон поставить. Thunder и Re-Roar. Вот так. Три. Мигалки вот такую вот самую дорогущую воткну. Так, колпак.
Лазарев, точнее. Ну, я на таком был, но этот тут хорошо смотрится, надо сказать. Хотя Стинг еще лучше. Блин, это как-то не очень... Я понимаю, что нужно дороже всего. Но... Стинг там, Стинг здесь, отлично. Вот здесь хром один поставлю. Так, хром 4. А, нет. Хром 5. Хром 5. Вот тут мне не нравится идея. Не хочу никакой пингуретник. Максимум хромированные ручки поставлю. Так, выхлоп. А юбок нет. И бак маленький, но ладно. Хотя бы ступеньки самые дорогие воткну. Так, тут тоже все самое дорогое. Только не отсылка. Так. Гайки подороже. Ступицу самую дорогую. И колпак. И выкол. Получается 255 тысяч евро. Ну, он дешевле. Хотя внешний вид у него, конечно, классный. Классный, но салон такой уже был, у меня на таком ездил. Ну понятно. Еще влетав. О, тут есть вот такие вот страдисы новые. Ну-ка в салон залезем. Блин, вот этот тут. У него и салон другой. Сейчас, подождите. Точно, хорошая тема. Вот этот я пробовал. Но они как бы... Ага. Вот этот гораздо интереснее. Так, ну тут один и тот же кузов. О, дорогущее шасси. Тут 560 лошадей. Так... О, блин, а классный здесь все-таки салон. Другой. Да, это тема. Только... Нет, нет ли... Черного, но серый хотя бы. О, красивый серый цвет. Так,
салон интереснее гораздо, чем... Так, стандартная табличка будет номер 11. О, блин, 11 вечера уже. Спать пора. Я еще в душ не сходил. Ну просто надо. Я не хочу никакую защиту бампера ставить. Вот мираж максимум поставлю и все. Естественно, никакого кенгурятника. Так, заводской вариант, что-то мне... Стинг, во. Так, лайтбар. На лайтбар буду ставить мощнейшие фары. Так. Хотя можно поиздеваться и, ну, в принципе, не надо. Так, ну и тут просто по максимуму все поставлю. Какая разница, какая ступица, если ее не видно правильно? Ну вот, вот этот вариант гораздо еще дешевле, почему-то у него салон интереснее. Так, это получается 238. Дешевле, но как-нибудь надо взять его, да. Но не сейчас.